Дорогие ветераны, 65 лет назад был разгромлен нацизм. Мы никогда не забудем солдат, сражавшихся на фронтах. Все они герои войны. Низкий вам поклон. С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Наше поколение просто жертва. Потому что мы были дети. Давай кончим уже смотреть. Мы уже такого насмотрелись, и хватит. Лучше это не смотреть, чем смотреть неправду.